Хаджи Аль-Мухтар ибн Аби Убейд Ас-Сакафи. Затем вышел еще один лжепророк, которого звали Аль-Мухтар ибн Аби Убейд Ас-Сакафи. Ва галаба Аль-Куфа фи ауал хилафат ибн Зубейр. И он взял власть в Куфе в начале правления Абдуллаха ибн Зубейра. Фазгара махаббат Ахлиль-Бейт. И выявил людям, как будто бы он любит семейство пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Ва даа ан-наса иля талаб каталат Аль-Хусейн. И призвал людей найти и покончить с преступниками и с убийствами Хусейна ибн Али ибн Аби Талиба. Фататаббаахум факатала кафиран мимман башара залика. И он начал преследовать этих убийц Хусейна и убил многих, которые имели отношение к убийству Хусейна. Ва аана алейхи, или помогал в этом. Фахаббахум нас, и люди полюбили его за это. Сумма даа ан-нубуа, а затем объявил себя пророком. То есть сначала не говорил, что он пророк, просто взял власть в Куфе, сначала сделал так, чтобы люди его полюбили, а потом что сделал? Объявил себя пророком. Подобно тому, как делают сегодня Ихвануль-Муслимун. Ихвануль-Муслимун, у них есть три степени призыва среди людей. И первая степень называется тахбиб. Тахбиб, то есть делать так, чтобы люди тебя полюбили сначала, а потом уже что? Продвигать идеи своего хизба, своей партии. Ясно или нет? Это они делают посредством благотворительных фондов. Открывают фонды и начинают помогать людям. Беднякам, сиротам, вдовам, старикам, тем, у которых тяжелое положение, кто не может жениться и тому подобное. Открывают мечети, мадресе. И люди начинают их любить. Начинают их любить, и после того, как люди уже их полюбят, и слова ученых относительно них никто уже не будет воспринимать, они начинают что делать? Продвигать идеи своей партии. Ясно? То есть путь Ихвануль-Муслимин подобен путям лжепророков до этого. Говорит, вот.